Ну, кнопочка добавить, да? Да. Открываем ее. Открывается еще одно окно, да? Для этих молодых девушек это не просто занятие, а хороший способ отвлечься от домашних дел и забот. Все они находятся в декретном отпуске. Лилия Шакирова 20 лет проработала медсестрой. Сейчас решила кардинально поменять профессию. Записалась на бесплатные курсы 1С бухгалтерия. Мы с удовольствием приходим на наши занятия. Значит, мы прошли теорию, теперь проходим навыки работы в компьютере. Нам здесь очень нравится, поэтому мы с удовольствием все это осваиваем. Сейчас эта специальность очень актуальна, и мы думаем, что когда мы выйдем из декретного отпуска, нам эти знания очень пригодятся. Курсы по переподготовке и повышению квалификации для молодых мам организовал Центр занятости. Девушки могут освоить азы профессии ЭВМ-оператора, бухгалтера. Последняя, кстати, пользуется наибольшей популярностью. Что, работает успешно, нормально, осваивают. Они все молодые, навык работы в компьютере у всех практически есть, так что осваивают. Получить направление на бесплатные курсы может любая женщина, находящаяся в декретном отпуске. В Нижнекамском районе эта программа действует с 2011 года. За это время новую специальность получили 450 человек. 50 в прошлом году, более 80 в этом. Все, кто заинтересовался этими курсами, должны подойти в Центр занятости населения с такими документами, как паспорт, трудовая книжка, копия свидетельства о рождении ребенка и справка с места работы в отдел профобучения. Существуют в центре занятости и другие специальные программы. Безработные граждане могут получить профессии водителя категории БЦ, водителя погрузчика, газорезчика, электрогазосварщика, а также освоить программы по управлению персоналом, менеджера по туризму, ландшафтному дизайну. Обучение проходит абсолютно бесплатно. Лилия Егорова, Максим Липин, новости НТР.